парк центральный. Тысячелетие ЛКСМ. Вечером. Красиво сделали, по крайней мере. Фонарики горят, и это уже весело, когда фонарики горят. Кафе. Народ тоже там отдыхает, кто нагулялся. Ну, получается, центральная аллея, мы по ней едем. Зимой здесь каток делают. Ну, не здесь, туда дальше, где мы проехали. А сейчас самокаты. Велосипеды и так далее. Ну, я на велосипеде еду. И уже быстренько добрался до выхода на улицу Воинов Интернационалистов. О боже ты мой, надо слазить с велосипеда, а то кого-нибудь задавлю. Или кто-нибудь меня. Ну, еще небольшой участочек до символа Караганды, до наших героев, шахтеров. Ну и там дворец культуры Горняков. Погода не летняя, я бы сказал, прохладно, но тем не менее. Дождей нет, снега нет. Потеплее оделся и в парк.